необходимо вернуть зимнее время. Почему? Потому что то, что называлось летним временем, не что иное, как был тариф, на самом деле был дневной, но было темно. И люди платили в два раза дороже. То есть мы собирали детей в школу, в детский садик, и платили, а было темно, оплатили по дневному тарифу. И вот на всю страну, если посчитать, там около 100 миллиардов рублей в год уходило энергетическим компаниям. Где эти деньги, господа?